В разных районах городского округа проходят дворовые праздники. Еще одной площадкой, где соседи весело и с пользой провели время, стала березовая роща на улице Космонавтов. Какая там царила атмосфера, покажем в следующем материале. Всех, кто вышел в этот летний вечер во двор, ждала насыщенная программа. Веселая музыка, танцы, настольные игры и выступления артистов. Для каждой возрастной категории свое занятие. В то время как детей развлекали аниматоры, взрослые состязались в нардах или просто общались с соседями. Хорошая идея, сколько много людей, детей, рады, концерты. Мы все благодарим вас за это все. Но День соседей – это не только повод повеселиться и отдохнуть, но и возможность задать вопрос представителям депутатского корпуса. Прямо на праздничной площадке работала выездная приемная. Нас не устраивает там шиномонтаж. Вот, и привозят машины большие, КАМАЗы с колесами. Целый день работают перфоратором, целый день, как говорится, гремит. Мы ходили к ним, жаловались, говорили, просили. Мы сказали, что мы будем обращаться дальше. Но вот сейчас к Владимиру Петровичу обратились. Он пообещал все это уладить, устранить. Здесь есть вопросы транспорта, есть вопросы, к сожалению, проживания с соседями. Соседи разные бывают, порой шумные, где-то громко разговаривающие, много курят, вот были жалобы. Поэтому есть вопросы и по содержанию территории. Ну, обычные житейские вопросы, мы эти вопросы в состоянии решать, и мы будем их решать вместе с администрацией. Накануне 400-летия Люберец подобные встречи проходят на территории всего округа. Такие праздники позволяют наладить контакт с соседями и завести новые знакомства. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.